Привет, Локи. Привет, котик. Заходи. Локи, иди сюда, маленький. Привет, привет, мальчик. Привет, как дела, котик? Вот это котик хочет. Ой, так за травкой скучу. Не-не-не-не, сейчас помоем, потом отдам. Нельзя, Локи. Ты ему травку с улицы принесла, помыла ее. Ему прям очень нравится. Вот такая довольная морда. Вы мне часто пишете, что вам очень не хватает моих влогов с приготовлением еды. На самом деле сегодня самый обычный день. Простые рабочие будни. У нас на часах сейчас 9:30 ночи. И вы понимаете, почему я редко снимаю влоги. Потому что у меня, в общем-то, ничего не происходит. Это работа, дом и так далее. В общем, сегодня мы будем с вами готовить очень простое блюдо. Это будет самое обычное вермишель с томатным соусом и сосисками. Да, это не совсем здоровая пища, но, честно скажу, это вкус моего детства. Мама моя всегда так готовила, и мы с братом очень просто любили это блюдо. И вот в своих 28 лет я подсадила на него Серегу. Первым делом я грею сковородку, и в ней буду жарить лук. Можно взять половину или целый. Серега мне ненавидит жареный лук, поэтому я взяла только его четвертушку. Без лука будет не то. Сразу говорю, сколько не пробовала, получается не очень. Потом, предварительно, я уже приготовила себе 3 зубчика чеснока. Это будет чуть попозже добавляться все. И здесь у меня очень стрёмно выглядящая, ну, это томатная паста. На самом деле это ложка столовой томатной пасты, залитая слегка теплой кипяченой водой, чтобы это все развести. Здесь также у нас есть ложечка сахара, чайная без горки, и приправы. Сахаром мы убираем излишнюю кислоту, приправами добавляем пряности. Если не хотите прям брать такую ядреную томатную пасту, возьмите соус краснодарский. Очень, кстати, хорошо тоже заходит. А вообще прям органичненько и здорово было бы использовать томатный сок, например, или самому выварить томаты. В общем, делайте как хотите, у нас экспресс сегодня рецепт. Жарю лук до золотистого цвета. Смотрите, я уже здесь подготовила сосиски. Я не знаю, почему они все какого-то разного цвета, если честно. Это одна фирма и одна пачка. В общем, не суть. Я их порезала на половинки и разрезала вот так вот крестиком. Видите? Просто ножом обычно поразрезала их. Они потом будут раскрываться, как цветочки. И вот этот соус мы будем заливать туда, к лучку. И да, здесь у меня на фоне размораживается мясо для кота. И не спрашивайте, почему мы жрем сосиски, а кот у нас жрет мясо. Это будет сложно объяснить, видимо, ему повезло больше. Вот честно, я думаю, что томатная паста – это меньшее зло, чем вот эти кетчупы. По крайней мере, как по мне, она более именно помидорная. И я действительно видела, как она портится, на ней что-то растет, в отличие от, например, кетчупов, которые могут лишать по пару лет. Значит, я здесь размещаю сосиски просто в хаотичном порядке. Это я тут что-то слегка замедлилась. Выдавливаю в эту сковородку, соответственно, чеснок. Одной рукой делать это неудобно, потому что второй я держу телефон. Но поверьте мне на слово, что чеснок здесь. Я тут добавила немножечко хмели сунели. Вы можете брать любую приправу, которая вам нравится. Соус у нас закипел, поэтому сразу же кострик убираю. И накрываю это все крышкой. И открою только тогда, когда мои сосиски превратятся в цветочки. Сейчас мы находимся в ванной комнате, и меня сегодня немножечко раньше отпустили с работы. Я решила затонировать волосы. Я вам покажу, как я это все делаю, потому что было много вопросов, как поддерживать блонд. На самом деле, главное найти правильные продукты и, конечно, регулярно их использовать. По крайней мере, один раз в неделю. Сейчас я иду в душ и буду готовить смесь, которую я буду наносить на волосы. Фух, я уже вылезла с душа, одела свою футболку. Кстати, как правильно, надела или одела? Не могу найти в интернете вот эту вот пословицу, там, где надела Марьяну, что-то там такое, одела шубу. В общем, если знаете, напишите, давайте сделаем вместе меня грамотнее.
У меня здесь есть оттеночный бальзам. Это все тот же концепт, помните, который я очень нахваливала. Как вы знаете, все оттеночные средства, вот такие вот для блондинок, они пересушивают волосы. Да, мне кто-то писал уже в комментариях. Чтобы этого не случилось, я возьму маску для волос, максимально питательную, которую я... Локи там что-то кричит. Локи! Которую я заказывала на iHerb, если помните. Это с виноградом, которую рекомендовала Елена 8... 4, Елена 86. Короче, неважно. Так вот, для цвета у нас есть оттеночный бальзам, для питания увлажнения у нас есть маска. Почему бы не смешать их вместе и не получить просто такой ядерный коктейль, который у меня будет находиться на волосах 15 минут и даст мне как цвет более холодный, так и увлажнение локи. А ты что здесь делаешь? Ну вот скажи мне. Вот такие вот пропорции у меня получились. Черный, это почти фиолетовый оттеночный шампунь и желтенькая маска. Волосы у меня чистые, я сейчас хочу их расчесать деревянной расческой, насколько это будет возможно. Если я этого не сделаю, вот этот оттеночный шампунь у меня ляжет пятнами. У нас, кстати, на работе добавился новый сотрудник, ну, уже давно, и у меня теперь как бы меньше обязанностей. И раньше я думала, что как только у меня появится хоть одна свободная минутка, Локи сейчас загребает то, что я сейчас намешала себе для волос. Очень странно выглядит. Локи, это не совсем твои какашки, да? Локи, отойди. Да. Но проблема в том, что как только у меня появилось свободное время, мне не захотелось этого делать, да? Я там мечтала, что вот будет у меня меньше работы, или я вообще не буду работать. Я буду ходить каждый день на природу, там сидеть, читать себе книжки. Но не тут-то было. Мы, кстати, недавно приехали с похода такого, ну как похода, мы ходили с друзьями с палатками на 2 дня, вот, и я поняла, что, блин, 2 дня мне с головой достаточно этой природы, и может оно не так и хотелось, да, как думалось. Иногда ты хочешь свободу действий, но, как оказывается, тебе потом некуда его просто деть. Ты так не сложен, ты не умеешь отдыхать, да? Все, из чего состоит сейчас моя рутина, это прийти с работы, приготовить себе кушать и лечь чуть-чуть раньше спать, чем обычно. Вот все мое свободное время. Почему я так прорабатываю корни? Потому что мне подобрали не совсем мой цвет у корня, да? Он рыжит очень сильно. Я сейчас попробую это все распределить по волосам пальчиками, а после этого расчешу какой-нибудь обычной Серегиной пластиковой расческой, потому что он пользуется дедовскими гребешками еще. И пока он не знает, я их очень благополучно использую. И вот какой результат у меня получился. Как видите, немножко такие розовато-фиолетовые оттенки добавились. Но, в общем-то, они нейтрализуют у нас желтизну. Немножечко холоднее стал цвет, более пепельный. Видите, желтый цвет оранжевый практически ушел. Я очень довольна результатом. Они очень мягкие на ощупь. Посмотрите на этот блеск просто. Догадайтесь, чем занимается Локи. Нет, он не грызет покрывало. Видите, у него во рту попрыгунчик. Это специально кошачья такая штука, игрушка. И он просто от нее фанатеет. Она резиновая. Он ее ударяет о пол, она отскакивает от стены, он за ней бегает, потом вот сидит здесь полчаса, уже грызет ее. У меня, короче, опять пробило на Симсы, закачиваю на приставку Серегину Симсы, 4-ю часть. Да, мне 28, и это беда. Теперь буду убирать не только в своей квартире, но и в Симсах, почему бы и нет, действительно. Локи у нас моется тоже в душевой. Умывается.